Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Банча калпатару вачаки пасинду бевач. Патитананг павуне бхавишна вибью намо нама. Муканкароти бача ланг пангунг ланг хайтигрим. Ятке патамаханг банди парама ананда мадва. Бриндавай тусиде бай пиявай кешвасач. Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Виджукто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхиям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапалья Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Рабиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатай Бисфуриджита кимапикапамадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадам кипам кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Рама Хари Рама Рама Хари Аджануламмита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Капитаро Камала Ятакшу Вишамбару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Ниттам Бхавана Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Вадане Лакшмир Джасвача Бхакшаши Джасьясте Хридай Самбит Твам Нисингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Випадо Найва Випадо Сампадо Найва Сампадо Випадо Висваранам Вишну
Шампадо Нараяна Сритхи. Випадо Найба Випадо. Сампадо Найба Сампадо. Випадо Висваранам Вишну. Шампадо Нараяна Сритхи. Гаурия Гостипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал, что мир постепенно удаляется все дальше от абсолютной истины. Весь мир постепенно отдаляется от абсолютной истины. Люди удаляются от абсолютной истины настолько, что если я буду говорить об абсолютной истине перед ними, они испугаются. Если чистый преданный будет говорить перед ними абсолютную истину, люди испугаются. Люди думают, что те проблемы, с которыми они сталкиваются, они могут решить сами. И продолжать спокойно жить. Но решая одну проблему, появляется вторая. Когда вторая решена, приходит следующая. Бесчисленное количество проблем возникают для того, чтобы не дать нам спокойно жить. Тем не менее, мы никак не можем понять, что жизнь может оборваться в любой момент. Если кто-то спросит, что вы подразумеваете под материальной самсарой, бесчисленные проблемы, отвечу я, если собрать в одном месте, получится что-то подобное горам, подобное Гималаям. Настолько же огромная гора проблем получится. И вот это и есть самсара. То есть во всей Вселенной бесчисленное количество проблем. И когда они собраны все в одном месте, они образуют собой самсару. Тем не менее, что самое поразительное, мы любим самсару. Мы не готовы отказаться от нее. Мало, то есть, вряд ли кто-то поклянется, что готов отказаться от самсары, хочет отказаться от нее. То есть имеется в виду и от наслаждений. Некоторые порой люди думают, что вот те люди, которые живут на том берегу, очень счастливы, им там очень хорошо жить. А те люди, которые вот на том берегу живут, они думают, что счастливы те, кто думает, что счастливы они. То есть мы думаем, что где-то всегда счастливее живется людям. Где-то там, где нас нет. В связи с этим один пример. Однажды одна царица, принимала омовение. Это была целая церемония.
У них был особый спуск к воде, только царица и царь имели доступ к нему. Никто, кроме них, не мог спускаться по нему к реке. В Агре также был один царь, не хочу произносить его имя, чтобы не оскверниться. Он построил большой дворец. У него также был свой собственный спуск к Ямуне, подземный спуск. Так вот, вернемся к царице. Она сняла с себя свои драгоценности и сложила в одном месте и пошла принимать омовение. Но между тем прилетела ворона и унесла эти невероятно дорогие ожерелья. Царица закричала. Царь увидел все, тоже расстроился. Он послал своих подданных догнать корову, догнать ворону. Ворона с сожалением села на ветку дерева. Она застряла в ветке, и ворона не могла его достать. Она подумала, что нет смысла, это ерунда, не поешь, не съешь, не пожуешь. И улетела. А подданные царя бежали в поисках ожерелья. Кто-то обнаружил, что ожерелье в пруду. Царь провозгласил, что он даст огромное пожертвование тем, кто отыщет это ожерелье. То есть у всех был огромный ажиотаж. И кто-то нашел ожерелье, увидел, что оно в пруду. Он стал нырять, но никак не может его найти. Его и видно, когда он наружу, а внутри его не может он отыскать. В конце концов, пришел саду и спросил, что тут происходит. Ему сказали, вот тут ожерелье лежит, но его никто не может достать. Саду сказал, глупцы, поднимите голову. Они посмотрели наверх, и ожерелье было на ветке дерева. Таким образом, оно отражалось в озере. В Бхагаватам, Ведастути, есть одна замечательная шлока, связанная с этим смыслом. Когда человек идет по пустыне, и он очень сильно хочет пить. Кругом одни пески. В арабских странах это часто встречается. Такие пустыни часто встречаются. 40-50 километров они на 40-50 километров распространяются, а спустя большое расстояние можно увидеть деревья и оазисы. Но человек идет и не видит ничего, никакого водоема. Он идет под палящим солнцем в полдень и видит перед собой водоем. Бежит к нему. Уже подбегает, но видит, что он опять вдали.
как бы он ни бежал, он не может до него, к нему приблизиться. Пока он бежит, он теряет последние силы и умирает. То есть это мираж. Кажется, что водоем близко, но его нет. Просто солнце отражается от земли таким образом, от песка, что они становятся горячими, горячий воздух отражается от раскаленного песка и образует собой разные картинки, то есть разные миражи. И точно так же те, кто наслаждаются материальным миром, их наслаждение схоже с таким вот бесполезным поиском, попытками достичь вот этот мираж озера. Я знаю одного человека, ему 90 лет, но у него до сих пор кама, вожделение. Вы, конечно, можете сказать, что в 90 лет у человека не может быть вожделения, но это неправда. Вожделение не зависит от возраста. Шукадева Госвами было 16 лет, у него не было никакого вожделения, никакой камы. Шринга Риши. Также не было никакой камы. А вот этот человек, о котором я говорю, ему 90 лет, и он полон камы, вожделения. Поэтому все зависит от самскар, не от возраста зависит, а зависит от того, чем вы занимались прежде. Таким образом, людям естественно стремление к наслаждениям. Все хотят счастья. Никто не хочет отречения, никто не хочет аскез. Но если даже живо и начинает какие-то аскезы, какое-то отречение, оно не способствует бхакти. То есть существует отречение, которое не благоприятно для бхакти, для Харибаджана. Мы думаем, что на райских планетах Индра Махарадж очень счастлив. Он царь райских планет. Конечно же, он очень счастливый человек, счастливая личность. У него есть возможность столько наслаждаться. Но мы не знаем, какие трудности претерпевает Индра. Порой демоны атакуют райские планеты. Индре приходится сражаться, его побеждают. Им приходится бросить жену и скрываться. То есть он не может даже защитить свою собственную жену. Жена остается, а он убегает. Потому что демоны очень могущественны. Он убегает с райских планет. Мы этого не знаем. То есть вы не знаете, но не думайте об этом. Но в шастрах это описано. Я могу вам показать, сколько проблем у Индры. Я приведу один-два примера, которых будет достаточно, чтобы вы поняли. Индра однажды совершил ошибку из-за своего ложного эго, из-за гордости. Он совершил оскорбление, оскорбил своего духовного учителя. Из-за этого у него возникли огромные трудности в жизни, потому что если вы оскорбляете гуру, все ваши богатства, все ваши знания, все ваши познания,
результаты ваших благочестивых дел исчезают. Если вы оскорбите гуру, вайшнавов или кого-то из браманов, вам конец. Конец всему благоприятному в вашей жизни. И также то же самое произошло с Индрой. Оскорбив духовного учителя, он лишился всего, лишился своего могущества. И в конце концов он решил провести ягью. Он никак не мог отыскать Брихаспати, своего гуру, потому что Брихаспати скрыл себя от его взора. Риши, муни риши обладают такими ситхами, что они могут скрыться от человеческих глаз. Они могут находиться сейчас здесь, но мы их не увидим. Итак, Брихаспати силой своего йогического могущества стал невидимым. То есть благодаря вот этой йогической силе можно стать меньше маленького, то есть меньше крошечного и войти в камень. Или летать, например. То есть, или слышать на огромном расстоянии, что происходит, что, о чем говорят. Итак, Брихаспати стал невидимым. Никто не мог его увидеть, хотя он присутствовал там. И все думали, все, гуру больше, наш гуру исчез. Кто поможет нам? Если что-то неблагоприятное сейчас случится, как правило, Гурудев всегда помогал нам, проводил ритуалы для их облегчения. Индра думал, я совершил огромную ошибку. Тогда все демоны полубоги приняли решение, что необходимо проводить ягью, поэтому надо принять нового гуру. Они выбрали Вишварупу. Он был очень могущественным браманом благодаря своей духовной практике. Он стал очень сильным. И они обратились к нему. Порой случается так, что отец из династии, то есть особенностью Вишварупы было то, что мать его была демоницей, она была из демонической династии, а отец относился к полубогам. Мы тоже видим, что в этом мире люди с разных религий женятся. Начали ягью. Но в процессе этой яги Индра не смог понять, что Вишварупа предлагает плоды яги дяде по материнской линии. Он проводил ягью, повторял ом сваха, а так, чтобы никто не слышал, он отдавал плоды вот этому своему дяде, демону. В конце концов, Индра понял это и очень сильно разозлился. Он обнажил саблю и обезглавил Вишварупу. Вишварупа был браманом, и в тот момент он был гуру Индры. Поэтому он совершил двойной грех.
Во-первых, он убил брахмана, а во-вторых, он убил собственного гуру. Это тяжелейший грех. За убийство брахмана. Убийство брахмана считается огромным грехом. Итак, Индра оказался в очень сложной ситуации. Он хотел как-нибудь разрешить эту проблему. Он созвал Риши и Муни для того, чтобы провести ягью и освободиться от этого греха. Я хочу напомнить вам в отношении этого. В Экадаши мы едим фрукты и цветки. Есть определенная причина, по которой мы не едим зернобобовое. И позже я объясню ее. Итак, Индра хотел разделить свой грех среди деревьев. То есть часть греха взяли на себя деревья. И таким образом именно на Экадаши вот этот, то есть грех также был разделен среди женщин. Часть греха взяли на себя женщины, и у них появились критические дни. Вода взяла на себя часть греха, и на ее поверхности появились пузыри. То есть второй раз уже проводилась ягья, и отец Вишварупа был, узнав о смерти сына, был крайне разгневан и захотел отомстить Индре. Он также решил устроить большую ягью. Он возливал масло в жертвенный огонь для того, чтобы из огня вышел могущественный демон, который отомстил бы Индре. Он думал, то есть Трошта, отец Вишварупа, подумал, что сам я не способен отомстить. Поэтому он обратился к помощи демона. Как правило, брахманы должны бы проводить ягью для... Из-за того, что была произнесена неправильно санскритская шлока во время яги, произошел полностью противоположный результат. Из огня должен был выйти демон, который убил бы Индру, но произошло противоположное.
Нужно было произнести такие слова. Враг Индры должен победить Индру. Но неправильно произнесли мантру, и из этого полностью противоположное значение у этой мантры стало. Благодаря этой яге у Индры появилась особая сила. Из-за паузы, неправильно сделанной паузы, не в том месте. Значение поменялось. То есть санскрит настолько сложен, что если немного неправильно поставлено ударение, значение меняется. Я могу привести еще один пример в отношении этого. Однажды один богатый человек жил-был один богатый человек. У его замка всегда стояли стражники и проверяли тех, кто заходит туда. Посторонним не было разрешено. Но каким-то чудом однажды зашел посторонний человек, что-то своровал и спокойно ушел. Этот богатый человек был очень толстый. Он сидел сверху, где-то на своем верхнем этаже своего замка, и увидел этого человека, этого вора. И он закричал. Он должен был сказать: «О, ловите вора!» Но он сказал, потому что он был очень толстый, язык его еле ворочался, он... То есть ему, он должен был сказать, не позволяйте ему уйти, а получилось, не позвольте ему уйти, не останавливайте его. На хинди тоже говорят «руко». Что означает «остановите его, не позвольте ему уйти». А если чуть-чуть меняется произношение, то значение полностью меняется на противоположное. То есть произношение очень важно. И в этой яге из-за произношения получился полностью противоположный результат. Из яги вышел тот, кого должен был убить Индра. Но что случилось дальше? Индра всячески пытался победить вышедшего из огня демона, но у него никак не получалось. Тогда он обратился к Брахме, и Брахма сказал ему, то есть даже не Брахма, а Бхагаван, отправляйся к одному риши, который совершает аскезы, и очень могущественный, возьми у него кость и сделай из него оружие.
И благодаря этому оружию ты сможешь убить Вритрасуру. Это тот самый демон, который вышел из жертвенного, из огня во время жертвоприношения. Прежде он был Читракету Махараджем в прошлой своей жизни. Долгая история, как он получил проклятие Парвати Деви. И в конце концов он родился как Вритрасура. Итак, Индра смог победить Вритрасуру оружием, сделанным из кости Риши. Но ведь Вритрасура тоже был браманом. Несмотря на то, что он вышел из жертвенного огня, то есть он произошел из огня, тем не менее, например, Драупади, она тоже вышла из огня, но она считается дочерью Драупады Махараджа. Таким образом, таков был обычай, что то есть Вритрасура был таким образом сыном Трашты, потому что Трашта организовал ягью. То есть тот, кто организовал ягью, тот и считался отцом. Индра пришел на Манас-саровару. Там есть лотосы, в которых там в лотосах живет Лакшми-деви. Он хотел принять ее прибежище после того, как он распространил часть своего греха за убийство брахмана. Там Индре пришлось долго поститься, и в конце концов устроили еще одну ягью. То есть я к чему все это рассказываю, чтобы вы поняли, что у Индры постоянно возникает проблема. Нельзя назвать его счастливым человеком, счастливой личностью. Думаете, что тот, кто управляет всем миром, не может быть несчастным? Например, Притху Махарадж, Парикшит Махарадж управляли землей, они управляли всем этим земным шаром. У них были такие колесницы, которые перемещали их за секунды в пространстве. Нам нужно несколько часов лететь, а они вот очень быстро могли перемещаться. Тем не менее, в шастрах сказано, что и Индра не был счастлив, и остальные большие, то есть другие большие, то есть руководители, цари, несчастны. Потому что счастливым может быть только святой, только саду, только чистый преданный. Тот, кто смог полностью сосредоточиться на лотосных стопах Бхагавана, обретает счастье, и никто другой.
нет ни одного счастливого человека, который мог бы стать таковым без Господа. Или, возможно, это какое-то временное счастье, которое очень скоро закончится. Итак, вчера я начал рассказывать об Атмадеве, об отце Гокарна. У него возникли огромные проблемы из-за младшего сына. Он вырос большим разбойником, и разбазарил все богатство отца. В конце концов, проститутки убили его и забрали все его деньги. Они закопали его тело, спрятали, сверху посадили деревья так, чтобы никто не знал, что он там, чтобы никто даже не заподозрил, что там труп. Все думали, это какой-то сад. Но Дундукари стал привидением. И ему необходима была помощь. Ему кто-то должен был помочь получить освобождение. Гокарнджи Махарадж в связи с этим начал рассказывать Шримад Бхагаватам. Это было третье чтение на этой планете, в этом мире. Еще до того, как началась Харикатха, Атмадев был в отчаянии. Он не знал, что делать. Он думал, что его жизнь разрушена. И он обратился с этими проблемами к Гокарнаджи Махараджу. И тот начал давать следующее наставление своему отцу. Постарайся выйти из-под влияния этих проблем. Ты привязан к дому, к детям. Попытайся избавиться от нее, от этой привязанности. То есть почему, если вы к кому-то или к чему-то привязаны, я по своей собственной жизни знаю, так много примеров этому видел. Когда я еще был маленький, я помогал студентам, не всем понятно, что-то писать, возможно. И я ходил в один дворец или какой-то богатый дом, и там я занимался вот этой своей работой. Я увидел, что девушка, дочь владельца этого дворца, влюблена была в юношу, и она хотела покончить жизнь самоубийством из-за того, что родители... Это... Когда эта девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, ее атма,
как-то привлекла, ее душа как-то привлекла юношу, который был, между, то есть, в которого она была влюблена. И он тоже покончил жизнь самоубийством. Я видел ее и видел его, они были невероятно красивыми. Она вообще не должна была бы умереть. Она была юная, красивая девушка, но из-за привязанности она не могла жить без него, и поэтому то есть было какое-то препятствие, что они не могли пожениться. То есть суть в том, что если у вас есть хоть какая-то привязанность, она лишит вас возможности совершать духовную практику, заниматься баджаном. Она привяжет вас к этому материальному миру. Вам придется тут находиться или придется вернуться сюда. То есть необходимо прежде всего избавиться от привязанности. Итак, Гокарнджи Махарадж дал следующий совет отцу. Служи саду, гуру и вайшнавам. Изучай Бхагаватам. Слушай Бхагаватам. Прежде всего, он произнес эти слова. Пока вы заняты мирскими делами, со своими, казалось бы, занятыми обязанностями материальными своими, связанными с телом, умом, обществом. Я вчера рассказывала о разных дхармах. Социальная дхарма, семейная дхарма, существует самсара дхарма. Все это дхармы. То есть обязанности. Но проблема в том, что люди не стремятся следовать абсолютной дхарме, дхарме души. Итак, мы должны принять прибежище Бхагавата-дхармы и отказаться от всех остальных дхарм. Стараться оставить все остальные дхармы, потому что в них нет смысла. Они бесполезны. Нужно служить святым, саду, гуру, вайшнавам. И в конце концов, ты, отец, избавишься от привязанности. Это единственный способ, как можно избавиться от привязанности. Это единственная возможность избавиться от привязанности к материальным вещам. Нет другой возможности сделать это. Другого выхода. Но несмотря на все трудности Индры, он не может осознать, что единственное решение его проблем — это Хари Бхаджан. Хотя он и является царем райских планет, всех райских планет. Он не может этого понять. Но Кунти Деви, мать Панча Пандавов, понимает это. Когда Кришна вернулся в Двараку, разрешив все проблемы, точнее не так, перед тем, как собраться в Двараку, когда он уже разрешил все свои проблемы, Кунти Деви взмолилась Кришне. По желанию одного очень старшего преданного, одного махараджа, я написал книгу об этом. Он попросил меня написать объяснение настроения, то есть объяснить настроение Кунти. И я сделал это на бенгале.
Там в этой книге содержится прославление Кунти Деви. Кунти Деви просила Кришну: пожалуйста, останься тут надольше, останься еще на какое-то время. Но ведь все проблемы решены, сказал Кришна. Сейчас вы свободны, и вы... Джарасанда умер, и Камса убит, Шишупалы больше нет, Дантаварга, все ваши враги оставили эту планету. Сейчас вы можете спокойно жить. Никто уже не нападет на вас. Но Кунти Деви говорит, что именно сейчас и начнутся настоящие проблемы. Что ты имеешь в виду? Спрашивает Кришна. Какие проблемы? Мы из-за того, что теперь все так хорошо, забудем о тебе. Когда трудности, когда какая-то опасность, мы молимся Господу: Господь, спаси нас. А когда все хорошо, мы просто наслаждаемся. Этому примеров, и тому так много примеров. Когда вот однажды один человек, у него был рак мозга, я в то время поклонялся Дауджи Махараджу, как пуджари служил. Он обратился ко мне и сказал: пожалуйста, помогите мне, у меня рак мозга. Он говорит, я ответил: как я могу помочь, я не способен это, обратись к моему духовному учителю. И я передал все своему Гурудеву и сказал ему: я возьму ответственность за тебя при условии, что после того, как ты вернешься после операции. Ему должны были в Южной Индии, в Мадрасе где-то сделать эту операцию. Он говорит: если ты пообещаешь, что вернувшись, ты начнешь хари-баджан, ты будешь совершать хари-баджан после операции, если ты выздоровеешь. И чудо произошло. Я предложил в честь него туласи, лотосным стопам Дауджи Махараджа, и у него все хорошо было, то есть все, операция прошла успешно, но он не стал совершать хари-баджан. По сей день он рассказывает мне все, то есть если когда у него какие-то проблемы возникают или что-то происходит в жизни, он мне об этом рассказывает, но он так не совершает хари-баджан. Но когда он... Когда доктор ему сказал, что у него всего 5%, что он выживет, 95%, что он умрет, он был готов совершать баджан, он молился Господу: «О, Господь, спаси меня, Господь». Как только проблемы ушли, он забыл об этом, забыл о Господе. Таким образом, проблемы, которые приходят в нашу жизнь, нужно смотреть на них с положительной точки зрения, что они благоприятны для нас. Однажды на меня были нападки, и я там не прекращал рассказывать харикатху. Я точно так же рассказывал харикатху. Я только пришел к Бхактивинода Такуру и сказал, что... Бхактивинода Такура, что происходит? Если ты хочешь, чтобы я прекратил харикатху, если ты хочешь, чтобы я ушел, я уйду. Но с того момента, как я обратился к Бхактивинода Такуру, меня перестали беспокоить. Главная коренная причина проблем — это забвение Бхагавана. И Кунти Деви говорит, что теперь все хорошо, теперь нет никаких трудностей, никто не нападает на нас. Мы можем спокойно жить. Вот это и есть самая большая проблема.
я могу забыть о тебе, говорит Кунти. Хотя с внешней точки зрения такая, все эти обстоятельства кажутся благоприятными, для меня они негативны, потому что они способствуют моему забвению о тебе. Существует правила и предписания, которые способствуют памятованию о Господе. Видхи — это запреты, то, что делать нельзя. А никшеп — то есть все шастры. На самом деле вращается вокруг одного центрального момента. Вокруг види и никшепа, то есть то, что делать нужно и чего делать не стоит. То есть имеется в виду все вот эти вот запреты и разрешения. Все это вокруг одного центрального момента вращается. Это памятование о Бхагаване. То есть цель всех запретов и рекомендаций заключается в том, чтобы мы никогда не забывали Бхагавана и всегда помнили о нем. Посты, правила предписания, яги, харикатха. Все это имеет одну цель. Постоянное памятование о Господе. Запрещается, шастры говорят нам не забывать о Господе и всегда помнить о Нем. Все правила предписания, парикрамы, харикатха, посещение харикатхи. Все это для того, чтобы памятовать о Господе. В шастрах даже сказано, когда вы спите, нужно говорить Падманабха Бхагаван Киджай. Когда вы принимаете лекарства, нужно думать о Вишну. То есть, когда вы спите, памятовать о Падманабх Бхагаване, когда вы принимаете лекарства, памятовать о Вишну, когда принимаете омовение о Джанардане, когда вы идете куда-то, памятуйте о Ваманадеве Махараджа. Идете в лес, тоже нужно помнить о Господе. То есть, где бы вы ни находились, в огне, в воде, всегда помните о Господе. Сегодня вечером я буду рассказывать о том, почему Вриндаван, почему парикрама — это самый простой и лучший способ обрести это памятование. Имеется в виду не забывать о Господе. Мы начнем с того момента, то есть необходимо помнить в контексте всего касаемо парикрамы, что Удава Махарадж испытывает отчаяние от того, что Кришна хочет оставить его в этом мире, а сам уйти. Ведь Удаджи Махарадж не может прожить без Кришны секунды. Поэтому он молится Бхагавану Шри Кришне: «Ты уходишь из этого материального мира, пожалуйста, забери меня с собой, потому что я не могу выжить без тебя». 4-5 дней назад я уже говорил об этом. Но Кришна говорит, что
ты мой слуга, заслуженный слуга. Поэтому ты обязан исполнять мое наставление, потому что у меня есть определенный план. Я должен уйти. И как только я оставлю эту землю, в ту же самую секунду на нее снизойдет Кали и окутает ее. Кали в действительности уже, уже был на земле. Но он, как, знаете, когда поезд подъезжает к платформе, но пассажиры еще ждут, они еще не выходят, потому что не было объявлено сигнала выходить. То есть он еще не на подъезде был, когда поезд на подъезде к платформе, точно так же Кали в таком положении находился. Бхагаван объяснил, что сейчас вот дела обстоят таким образом, но как только я покину этот мир, Кали сразу же выйдет наружу и осквернит сердца всех людей. Это точно произойдет, потому что Кали необычайно могущественен. Шрила Бхактивинода Махарадж часто говорил, что даже так называемый саду, ну то есть саду с какой точки зрения, совершают баджа, но еще не ситхи, не обрели совершенство. Может быть, они достигли совершенства на 70%, на 80%. Но даже в их сердца может забраться Кали и начать творить там свои дела, создавать проблемы. Для ситх Кали не страшен. Кали не может сделать ничего святому, совершенному преданному. Но тот, кто еще не стал ситхой, несмотря на то, что он уже может занимать высокий уровень в духовном плане, тем не менее, Кали может сбить его с толку и заставить такого преданного заняться политикой, искать славы, искать женщин, денег. Шрила Бхактивинода Тиртха Махарадж всегда говорил, как к любому, с любым это может произойти. И никто не остановит его. Кали никто не остановит. Кали может создать проблему, у нас нет сил, чтобы остановить его. Поэтому он так опасен. И Кришна продолжает, я именно поэтому и хочу оставить тебя здесь, как своего представителя. Чтобы невинные люди обрели возможность узнать о Бхагавад-Дхарме. Удхаджи Махарадж чувствовал себя абсолютно безнадежным, не чувствовал себя способным исполнить наставление Кришны. Он говорил, как я буду проповедовать, я не способен на это. Но Кришна говорил, все, что от тебя требуется, просто находиться здесь. Одного твоего присутствия будет достаточно. То же самое Махапрабху говорил о Харидасе Такуре. Харидас — драгоценный камень этой земли, этой планеты. Харидас ушел, и Притхвима, мать-земля, опустошена теперь, пуста. Когда гуру или вайшнав, какой-нибудь вайшнав, подлинный вайшнав, Притхвима, Камакхья-деви, она же Камакхья-деви. В Асаме есть храм Камакхья-деви. Итак, Притхи-деви, Камакхья-деви плачет.
если вайшнав покидает этот мир. Она чувствует себя опустошенной. Для того, чтобы как помочь людям, Бхагаван попросил Удхаву остаться на этой планете. То есть пока вайшнав находится на этой планете, он несет благо. Мы видели, как Гуру Махарадж лежал в кровати уже в почтенном возрасте. Он даже ничего не говорил уже. Тем не менее, одно его присутствие помогало нам быть сильными. Если кто-то будет спрашивать тебя о чем-то, говорит Кришна, ты можешь отвечать на их вопросы. Но ведь я ничего не знаю, говорил Удхава. Удхава, ты думаешь, что ты глупец? Ты думаешь, что ты не образован? Что ты не самоосознавшая себя душа? Но я могу сказать тебе точно, что даже на райских планетах не сыскать подобного тебе, мудреца подобного тебе. Но из-за смирения ты думаешь, что ты ничего не знаешь. Хорошо, согласился Удхава Махарадж, но если ты хочешь, чтобы я проповедовал, ты должен научить меня, что проповедовать. С внешней точки зрения Удхава был брихаспати, но их даже сравнить нельзя. В шастрах сказано, что ну, это точно так же, как Бхактивинода Тхакур говорится, что он был учеником Видьясагары. А Махапрабху принял саньясу от Кешава Бхарати. Кто-то спросил, кто гуру у мальчика маленького спросили. То есть произошла ситуация с маленьким мальчиком, когда встал вопрос, кто является чьим гуру, Махапрабху, что Кешава Бхарати дал саньясу Махапрабху. Ну, в действительности, к чему это говорилось, что никто не может быть гуру Бхагавана, но для того, чтобы показать нам пример, он принимает духовного учителя.
Потому что если сам Бхагаван этого делать не будет, никто не станет следовать этому. Но, конечно же, никто не может стать гуру Бхагавана. Бхагаван вновь и вновь повторяет, что у нас, Удава, с тобой, между нами нет никакого различия. Мы с тобой едины, что Удава и что я — это одно и то же. Поэтому как можно Удаву назвать учеником Брихаспати? Это Удава Махарадж может обучать Брихаспати, потому что он великий преданный. Он служит Кришне. То есть сам Бхагаван утверждает это, что он же сам сказал, что я нигде, даже на райских планетах, не могу сыскать мудреца, подобного тебе. А Брихаспати как раз с райских планет. Это говорит о том, что Кришна утверждает, что Удава выше, чем Брихаспати, чем даже его духовный учитель. Ачюта Прекха был очень большим знатоком. Когда его духовный учитель Мадхава Ачарья хотел ему чего-то научить, в конце концов, он признал, что Мадхава Ачарья больше знаток, чем он. И Удава заключает Кришне, что если ты действительно хочешь, чтобы я был твоим представителем, ты должен сделать меня таковым, чтобы я был достоин исполнять долг, возложенный на меня. И тогда Бхагаван начал рассказывать Удаве Сиддханту, которая известна как последнее наставление Кришны Удаве Махараджу, прежде чем оставить этот материальный мир. Кришна знал, что Кали до сих пор не пришел, лишь потому, что он до сих пор находился на этой планете. В то время Кали, несмотря на то, что и находился там, пока Парикшит Махарадж был на земле, он контролировал Кали. Он, конечно же, чинил проблемы. Тем не менее, он был под контролем. Но как только ушел Парикшит Махарадж, больше некому было управлять им. Посмотрите, повсюду нет никакой причины, а войны, Россия, Украина воюют. Какова причина? Что они достигнут этим? Чего можно добиться войной? Просто лишаться всего и все. То есть это битва ложных эго, эгоизма. И это проделки Кали. Поэтому нужно помнить о том, что когда трудности приходят в нашу жизнь, они не должны сломить нас. Мы должны воспринимать их как
то, что благоприятно для нас. Мы знаем, что на пути преданного служения трудности очень благоприятны. Даже Прабхупад сказал, что болезнь — это хорошо. Она делает меня смиренным и дает мне возможность понять, насколько временна и бренна эта жизнь. Постарайтесь осознать все, о чем я говорю.